Превращение в зомби. Жизнь после смерти. Это колдовство. Где Рита? В надежных руках. Я хочу ее видеть сейчас. Что происходит с моей головой? Главной роли Терри Халк Хоган. Также снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горел. Патрик Макни. Режиссеры Майкл Берг и Дуглас Шварц. Странный Брю. Ты принес деньги? All of it. Все. Let me test the powder. Позвольте мне испытать порошок.
Как дела? Как пишется слово иконоборческий? Сама подумай. Мне нравится ее песня. Откуда она? Она великолепна, правда? Это я уговорила ее прийти к нам со своим оркестром. Ее зовут Тулони. Она певица, танцовщица, гадалка. И вообще она прелесть. Старик, будь как дома. Мне нравится такое веселье. Мэй, милашки, вы по мне соскучились? Брус собственной персоной. Это мне нравится. Я думаю, она меня любит. Об этом говорят звезды. Что такое? Ты не простудилась? У меня аллергия. На что у тебя аллергия? На домашнее задание. Что там? Боже, в целом мире есть только один такой мотоцикл. И ты знаешь этого человека? Не просто знаю, а испытываю определенные чувства. Та еще штучка. Впервые вижу, чтобы ты поворачивался спиной к красивой женщине. Женщине? На этой леди Спенс едва не женился. Ты шутишь? Что случилось? Свадьба ей ни к чему. Я уже где-то видела этот затылок. Привет, Рита. Какой сюрприз, хотя не могу сказать, что приятно. Наверное, что-то случилось. И ты решилась появиться здесь. Тебе стало скучно заниматься дельфинами? Где твой партнер? Он не желает тебя видеть. Это вредно для здоровья. Проклятие. Спенс, не попадись снова. Спенс. О, боже. Я жива и здорова. Это можно исправить. Выпьешь? Что привело тебя сюда? На прошлой неделе исчез мой муж. Муж? Муж. Ты слышал, Спенс? Она замужем. Законный брак. Прощай, любовь. До свидания, Рита. Его судно взорвалось у побережья Сент-Лусьен. Полиция острова не нашла никаких улик и его останков. Я сожалею. Я бы хотела нанять тебя, чтобы ты сам провел расследование. Зачем? Мой муж проводил медицинские исследования. Он отправился на остров Сан-Лусьен, чтобы собрать образцы местных растений. Он взял с собой 250 тысяч долларов. На борту был сейф, и я уверена, что он остался цел. Если ты найдешь его, я смогу узнать, что в нем. Прости, Рита, но мы такими делами не занимаемся, верно, Спенс? Спенс. О, боже. Я так и знал, как только увидел твое лицо. Ты до сих пор ее не забыл. Что плохого, если мы окажем услугу старому другу? Старому другу? Прости, это она старый друг? 6 месяцев я боялся упоминать ее имя. Как ты мог простить ее после того, что она сделала? Сейчас речь не о Рите. Мы можем заработать большие деньги. Я делаю это ради Джесси и ради Грома. Ради Джесси и Грома. Я так не думаю. Я связался с заводом-изготовителем сейфа, узнал, из чего он сделан.
Этот сейф из высококачественного сплава магнезиума. Тогда за дело. Спенс. Ладно, за дело. Веселое приключение. Проклятие. Это он? Да, он. Я прошу тебя никогда не вспоминать о том, что произошло. Ты будешь жить, Брюк. У тебя пустяковая царапина. Мы не единственные, кого интересует эта вещь. Посмотри, что там внутри. Послушай, какими медицинскими исследованиями занимался твой муж? Он торговал лекарствами. Теперь мне ясно. Подождите. Вы были на острове Сент-Лусьен? Как ты узнала? Я почувствовала ужас, как только увидела эту вещь. Моя семья на этом острове. Они живут в постоянном страхе перед людьми, которые делают порошок. Этот порошок поднимает мертвых из могил. Что ты имеешь в виду? Превращение в зомби. Жизнь после смерти. Это страшное колдовство. Ты, наверное, насмотрелась триллера. Я все сказала как есть. Речь идет о зомби. Эти зомби не такие, как мы. Они сильные, крепкие. Они ничего не боятся. Им неизвестно чувство страха. Прости, Тулония, меня этим не купишь. Этот порошок проникает через кожу и попадает в душу. А потом изгоняет душу из тела. Возможно, я смогу его испытать. Ты куда? Пойду приведу себя в порядок. Работа сделана. Можно и развлечься. 8 часов устраивай. Отлично. Спенс. Хочу попросить тебя кое о чем. Не разбей опять его сердце. Пожалуйста.
Добрый вечер. Столик на двоих. Эй. Что ты здесь делаешь? Смотрю достопримечательности и мечтаю. Давай уйдем отсюда. Сегодня Тулони устраивает грандиозное представление. Почему бы тебе не посмотреть? Что скажешь? Келли, я побуду здесь. Привет. Прости, я опоздала. Никогда не ношу часов. Пожалуй, мы купим вам часы. Ты хотела присмотреть за Джесси. С ней все в порядке? Мы могли бы встретиться в другой раз. Прекрасная мысль. Это когда вернется комета Галлея. Ладно, ухожу. Я ей очень понравилась. Мы как семья. Я понимаю. Очевидно, она заботится о тебе. И считает, что я причиняю тебе вред. Когда ты увидишь Келли, скажи ей, что я испугалась. Я боялась, что она меня ударит. Понимаешь? И еще скажи, не было дня, чтобы я не пожалела о своем решении. За нашу дружбу. Часто все складывается не так, как мы хотим. Когда мы были на соревнованиях в Катманду, ты врезался в грузовик с цыплятами. Это были не цыплята, а утки. И к тому же водитель был пьян. Это он был виноват. Я не могу назвать твою победу справедливой. Ты был весь в перьях и напоминал восточного великана, но выглядел потрясающе. Это правда. Существует много доказательств тому, что яд зомби действительно существует. Жрецы готовят вещество, способное воздействовать на центральную нервную систему. При этом останавливается сердце и исчезает дыхание. Но смерть не наступает. Почему ты остановился? Тебе пора спать. Келли права, ты действительно простудилась. Читай дальше. Ладно. Где я остановился? Останавливается сердце, прекращается дыхание, но смерть не наступает. Правильно. Действие вещества продолжается в течение 12 часов. За это время можно раскопать гроб и освободить жертву. Мозг такого человека затуманен, он считает себя мертвым. У него вырабатывается иммунитет против страха. О, Боже. Что это? Ты в порядке? Да, детка. С дядей Брю все хорошо. Я в порядке, милая, в порядке. А теперь спи. Спи. Choka, 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 choka
Что ты здесь делаешь? Мне кажется, копье, которым меня ранили, было смазано ядом зомби. Это ты мне говоришь? Посмотри, об этом даже в книге написано. Спенс, такое вещество действительно существует. Вчера вечером со мной происходили странные вещи. Вначале я собирался сделать химический анализ ткани на месте разрыва, но потом мне пришла в голову идея получше. Я собираюсь найти копье и сделать спектральный анализ. Брю, почему бы тебе не отдохнуть? Послушай меня. Я понимаю, что похож на сумасшедшего, но это произошло, и всему этому должно быть научное объяснение. Если бы ты видел то, что пришлось этой ночью увидеть мне, ты бы не сомневался. А сейчас нам нужно выступить против темных сил. Господи, что опять случилось? Спенс, ядовитые змеи, осторожней! Со мной тоже такое бывало. Нет, Спенс, нет, послушай меня. Мне нужно найти противоядие. Я самый здоровый человек из всех, кого ты знаешь. Поверь мне, мы столкнулись с явлением, которое выше нашего понимания. Он говорит правду. Вам бы лучше вернуться со мной в отель. Действие зла началось. Она исчезла, как в воздухе растворилась. Это уже не впервые. Если бы вы прислушались к моему совету, могли бы избежать этого. Ваш друг в большой опасности. Я думаю, ее давно уже здесь нет. Вам нужно поехать на остров Сент-Лусиен и спасти ее. Человека, которого вы ищете, зовут Франко Смакут. Если вы вернете ему то, что принадлежит ему, он вернет вам ваше. Придется отправиться на Сент-Лусиен. Прежде чем уйдешь, возьми это. Я сделала это специально для тебя. Что это? Франко Смакут очень злой человек. Это защитит тебя от его зла. Ты уверен, что все нормально? Все хорошо. Немного устал. Компьютер, это Брю. Слушай мою команду. Перевести судно в режим суперскорости. Готовность. Я готов. 3, 2, 1. Здесь никто нам не скажет, где Макут. Нам самим придется искать его. Что ж, поищем. В чем дело? Ничего, ничего. Повышенная чувствительность к наркотикам. У тебя опять были видения? Что ты хочешь этим сказать? Не знаю, что с тобой происходит, но меня это настораживает. Я считаю, что будет лучше, если ты останешься на борту. Нет, старик, мы одна команда. Я не позволю тебе одному заниматься этой грязной работой. Я иду с тобой. Нештатное поведение, партнер. Команда номер 6. Ты зациклился на этом. Я согласен. Отведи гром на глубину и жди сигнала.
Пожалуй, пребывание на море освежит мою голову. Добро пожаловать на Сант-Лусьен. Где Рита? В надежных руках. Я хочу видеть ее сейчас. Вот то, что тебе нужно. Отпусти ее. Пусть идет. Спасибо. В чем дело? Ты получил, что хотел? Не совсем. Не так часто приходится встречать людей твоего сложения. Я надеюсь, мы хорошо проведем время вместе. Беги! Это смешно. На мне нет проклятия. Здесь нет никаких злых духов. Мне нужно взять себя в руки. Спенс был прав. Нужно уметь владеть собой. Нужно расслабиться. Собрать в кулак всю психическую энергию. И избавиться от кошмара. Уже лучше. Тони была права. Хорошо, хорошо.
Все уже позади. Все хорошо. Ничего не случилось. Все хорошо. Все прекрасно. Все плохо. Все не так. Что происходит с моей головой? Что за причуды? Что со мной происходит? Почувствовать страх. Это Гордон. Спенс, что они с ним сделали? Он стал одним из них. Брю, мы возвращаемся. Встретимся у причала. Где он? Давай, давай! Вон из моей головы, ты грязный урод! Впереди мишень. Приготовить снаряды. Я не давал приказа. Боже, я все забыл. Компьютер, идентифицируй объект. Три человека на причале. Компьютер, слышу мою команду. 1, 3, 2, 7, шлюпку за борт. Осталось 2 секунды. Шлюпку за борт. 8, 7. Соберись, это же колдовство. Это колдовство, что у тебя с мозгами? Все правильно, все правильно. Да, верно. Ты все перепутал. Плывем к лодке. Давай, Спенс, давай. Ныряй. Давай, давай. Ныряльщики в отсеке. Да. До свидания, Франко. Игра сделана.
Я опять заставляю тебя ждать. Как Гордон? Доктора говорят, он поправится. Хорошо. Послушай, я попросил тебя приехать сюда, потому что... Это кольцо ты подарил мне к нашей помолвке. Да, а ты мне его вернула. Спенс. Это не самый подходящий момент. Это вовсе не то, что ты думаешь. Я сохранил это кольцо для дождливого дня. Но в раю никогда не бывает дождей. Когда его носят на пальце, это любовь. Когда на шее, дружба. Как насчет реванша? Хочешь поставить точку? Да. Едем до статуи Тики. Едем. В следующей серии. Ты хочешь исполнения своих желаний? Тогда поделись со мной своим горем. Мои поиски закончились здесь, рядом с тобой. Ты выходишь замуж за Могадона. Завтра. Нет. Боже мой! Боже мой! На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два Телемаркет» при техническом содействии студии АВК. Права на распространение сериала на территории СНГ и стран Прибалтики принадлежат фирме «Дважды два Телемаркет». I can smell a